Я слишком большой для него. А так должно быть? Пружины с шарнира уходят. А, я упал. Всем привет! Сегодня обзор построек моего подписчика Кримса. Вот это красивая машина на шарах. А как она управляется? Покажи. Давай сначала машину на шарах посмотрим. А где кресло? А, вон там, я вижу. Поехали. Вперед. Шарниры, колеса. Что случилось? Не едет? А почему? Сейчас я посмотрю. Ну да, привязка такая. Давай ты попробуй поуправлять. Алло. Я здесь сяду. Так, сейчас я быстренько перепривяжу, попробую. Посмотрим, что получится. Все, я сделал привязку. На EQ можно поворачивать. Сейчас. У верхних колес скорость поменьше надо поставить. Они же вращают. Все, готово. На EQ можно задние колеса поворачивать. На это передние. А вперед ВС, как и обычно. Давай ты попробуешь поуправлять. Управление обычное, вперед, назад, право, влево, как в Роблоксе ходит. Нет, Q я не надо нажимать. Их надо было оставить, чтобы впереди были. Их не надо нажимать. Их, они должны ровно стоять. Ну ладно. Давай посмотрим дальше. Очень много разных пружинок с шарнирами. Это ты подвеску пробовал сделать? Давай начнем с этого. Это таймер, да? Как он работает, покажи. А так должно быть? Меня что-то приплюснуло. Давай попробуем сейчас. К заднюю платформу я чуть побольше делаю. Таймер. Вот тут поршни есть. И палочки. Давай, включай. О, один, два, три. Он считает, еще с красивой анимацией. Шесть, семь, восемь. А до скольки он будет считать? Десять. Ой, только он показал один. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Девяносто девять и ноль. Раз, два. Ну все. 99 на таймере. А что здесь еще есть? Я вижу гусеницы. О, они похожи на танковые. Только какие-то они слишком быстрые. И разворот на месте тоже есть. Гусеницы, понятно. А вот это что такое? Непонятное. Кнопочка есть. Что это такое? Понятно. А вот это что за крутилка? А вот это что такое? Как это включить? Сейчас я сам кнопку могу поставить тоже. Что это делается? Что это такое с колесами? Пружины с шарнира уходят. Сам не знаешь. Ладно, пошли посмотрим. Вот тут три очень похожих постройки. Вот это что такое? Пружинки и шарниры. Подвеска? Вот здесь сразу видно, что это подвеска. Только она слишком большая, чтобы ее в машину поместить. Кримсон хотел сделать машинку с подвеской, поэтому разработал очень много разных подвесок. Ну что, сделал машину с подвеской? Или нет? Да, если бы сделал, то она была бы либо очень высокая, либо очень широкая. Хорошо, да, следующую постройку посмотрим. Ну ладно, следующая постройка это... Островок Кримсона. Внизу только ты не доделал, и здесь еще мы в прошлый раз не заметили портал и спуск вниз. Ты что ли скайбок сделал? Острова? О, я слишком большой для него. Внизу что, да, дырка? Попробую еще меньше стать. А, я слишком большой все равно. Могу ты еще в него зайти? Вот, у меня не получается туда попасть. А, я упал. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Games и Crimson. Всем пока.